Есть мутации ПАИ гомозигота, мутации в фолатном цикле. Нужен ли клексан при беременности? И нужна ли ацетилсалициловая кислота до и в первом триместре? Есть одна замершая беременность в анамнезе. Клексан может быть не нужен, это смотрится и по коагулограмме. Дейдемир при этом у вас не будет никогда очень большой, потому что это продукт растворения как раз тромбов, да, у вас с растворителями может быть не очень хорошая ситуация. Смотрите полностью, надо смотреть полностью, да, вот все факторы, вот эти 19 генов гемостаза. И вопрос о клексане здесь вот, как бы, да, и смотреть замершее в анамнезе, смотреть, на каком сроке, да, была замершая, индивидуально решается вопрос, возможно и нет, да. Профолатный цикл, соответственно, вы смотрите гомоцистеин.